Хотите получить порцию свежих весенних витаминов? Просто сорвите цветочек одуванчика, помойте и съешьте сырым. Одуванчики поддерживают силы в преклонном возрасте. Одуванчик также применяют при онкозаболеваниях для поддержания организма. Трава помогает избавиться от токсинов, очищает кровь, восстанавливает защитные силы организма. Листья одуванчика являются отличным источником витамина К, укрепляют кости. Особенно славится целебными свойствами сок одуванчика. Применяется при заболеваниях позвоночника, костей, для повышения крепости зубов, для борьбы с пародонтозом. Сок добывают, перемалывая и отжимая листья и корни растения. Листья собирают в мае, когда они сочные и нежные. Из цветков делают варенье, вино, настойки, используют их в салатах, заваривают с ними чай. Также это растение обладает желчегонным и легким слабительным действием. Боятся одуванчиков и паразиты. Еще одуванчик обезвреживает яд насекомых. Его сок применяют при укусах пчел и ос. Цветки одуванчиков помогают от запоров. Листья горчат, поэтому для еды рекомендуется вымачивать их в соленой воде перед употреблением. Собирать и заготавливать листья лучше всего в мае или начале июня. Листья можно класть в суп, добавлять во вторые блюда. Они улучшают пищеварение и обмен веществ. Из корней одуванчика можно делать лечебный кофе. Он тонизирует и бодрит. Корни применяют для профилактики атеросклероза и при запорах. Собирают корни в конце апреля или же в конце лета, в августе. Как приготовить лечебный кофе из корней одуванчика? Для этого обжарьте корни на сковороде без масла до коричнево-золотистого цвета, а затем измельчите в кофемолке. А для салата молодые листья одуванчика замочите в подсоленной воде на 20 минут. Мелко нарежьте, добавьте растительное масло, немного лимонного сока, перемешайте и подавайте к столу. Вообще салаты из одуванчиков могут быть разнообразные. Не бойтесь экспериментировать с ингредиентами. Включайте в рецепт картофель, огурцы, редис, лук, укроп, сметану, яйца. Одуванчики активизируют желчегонную функцию. Фитотерапии используют для нормализации работы пищеварительной системы, избавляют от запоров и кишечных паразитов. Также одуванчики лечат десятки других болезней. Корни одуванчика в своем составе имеют 25% инулина, много калия, органические кислоты. На основе корней одуванчика готовят целебные отвары и настойки. Млечный сок одуванчика применяют наружно как косметологическое средство. Порошок из высушенных корней одуванчика оценят диабетики. Диапазон лекарственных свойств одуванчика настолько широк, что можно смело закрепить за этим растением статус одного из самых известных целителей в мире.